самым маленьким я дам подсказку, да, что, конечно же, вначале нужно остановить черного ферзя. Как? То есть грозит пройти черный ферзь, и нам нужно что-то придумать. Есть пару тактических ходов, и ферзя мы остановим. А вот что же будет дальше? Да? Ну, а решение занимает ровно 10 ходов. Последний ход отсюда, он с двумя восклицательными знаками, и там становится все ясно. Так что, думайте. У нас осталось ровно 7 минут.